Ближе к осени женщины начинают готовиться к холодам и подбирают себе теплую одежду, в том числе и шубу. А самый богатый ассортимент можно будет увидеть на выставке новой коллекции Кировской меховой фабрики в Твери. Дарящие нежность, тепло и ласку – все это о мехах. На выставке продажи представлено более 700 наименований меховых изделий из норки, лисы и каракули. Фабрика презентует как классические модели, так и новинки. Королева всех мехов – норка. Уже не первый сезон эти изделия находятся на пике популярности. Именно они представлены в широком ассортименте всевозможных расцветок, фасонов и длины. Все шубы выполнены из русского меха, отлично носятся даже в самых сложных погодных условиях, оставаясь модными и комфортными. Пошив, выращивание норки происходит все в России, все это подтверждено документально. Мы очень рады видеть посетителей нашей выставки 26 и 27 августа с 10 до 19 часов в ДК «Химволокно». Для облегчения нагрузки на кошелек существует рассрочка 0024. Кировская меховая фабрика – это сочетание современных технологий и долголетнего опыта.